Сегодня в преддверии Нового года во Дворце культуры города Черкесска состоялась торжественная церемония награждения. Награды вручили 35 жителям республики за особые заслуги в трудовой и общественной деятельности. Альбина Ламкова продолжит тему. В приветственном слове к виновникам торжества обратился председатель правительства Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов. Он отметил, что уходящий год был непростым. Перед нашей страной были поставлены новые задачи, требующие консолидации всех институтов гражданского общества. Многонациональный народ Карачаево-Черкесской республики поддержал все решения нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Благодаря поддержке правительства и президента Российской Федерации в уходящем году под знаком столетия государственности Карачаево-Черкесской Республики было реализовано большое количество мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. Затем Мурат Аргунов, поздравив всех с наступающим Новым годом, приступил к церемонии награждения. Среди тех, кто удостоен высоких наград, деятели науки, образования, промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения. Особые слова благодарности звучали для тех, кто достойно и мужественно выполняет свой воинский долг по защите Российской Федерации и обеспечению безопасности наших граждан, сотрудникам спецподразделений территориального управления Росгвардии. Медаль Жукова получил Давид Шайдаев. Сегодня я получил медаль Жукова из рук председателя правительства. Очень горд, что так высоко оценили мою службу. Вручили заслуженные награды людям спорта, сельского хозяйства, государственной и муниципальной службы культуры. Певец и автор песен Ислам Итляшев тоже был достоин звания – заслуженный артист Карачаева-Черкесии. Через несколько месяцев его поклонников ждет очередной хит, поделился Ислам, говоря о своих творческих планах. После Нового года выйдет у меня альбом, но самую ядерную песню я приготовил на май месяц. Эта награда для меня очень серьезная, очень весомая и... Очень благодарен, во-первых, республике, своей родной республике. Другу и коллеге Ислама Итляшева, с которым он выступает сольно, Султану Лагучеву, тоже присвоили звание заслуженный артист Карачаева-Черкесии. Безусловно, это значимая награда. Я очень рад, что получил эту награду. Спасибо моим братьям, которые рядом всегда. Вот Ислам, который втянул меня в шоу-бизнес. Знаете, уже энтузиазм какой-то родился и тоже начал... газовать по полной. Я желаю нашей республике процветания, всей России процветания. После официальной части для всех гостей торжества артисты Государственной филармонии республики представили музыкальные номера. В их исполнении прозвучали патриотические песни, воспевающие красоту и любовь к родине. Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.